Государственный музей политической истории России был основан в 1919 году. Это был первый историко-революционный музей в стране. С 1955 года музей находится в двух особняках на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Это архитектурные памятники в стиле модерн. Особняк балерины Матильды Кшесинской и особняк барона Василия Бранта. В 1917 году особняк Кшесинская оказался в центре революционных событий. 92 дня здесь находился рабочий кабинет Ленина, штаб партии большевиков. С балкона особняка произносили речи вожди революции. Революция близится, нарастает везде. Сегодня музей рассказывает о переломных событиях двухвековой российской истории, о смене политических режимов, войнах, революциях и реформах, изменивших судьбу нашей страны. О политической истории России говорят и в филиалах музея, как со взрослыми, так и с детьми. Современный, открытый, живой музей – таким он предстает посетителям.